Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить этого, как его называют-то, вы поняли, да, Dark Messiah. Мессия, это мы. Стрельба, что мне там нужно, короче, было по этому? Стрельба, два корона к облаку яда. Я хочу вот это, конечно, скрытность, не знаю, потому что она мне, конечно, не пригодится. Здесь странная эта прокачка, реально. Сделана прокачка, когда, знаешь... Скрытность здесь типа для галочки, просто типа, что она как бы есть, но она плохо работает. Но чтобы тебе скрытно играть, тебе нужно вот это вкачать на тройку. А чтобы вкачать на тройку, тебе нужна хреновая туча очков. А когда у меня уже, если, например, я даже насобираю 14 очков, я думаю, это уже скоро конец игры будет, то оно уже как мне скрытность, это к херам не надо будет. Как бы вообще... О, блин, а тут выход, ну ладно. Я думаю, она мне уже к херам в конце игры не будет. Не нужно... Ну хотя это было бы полезно, знаешь, в чем? Потому что меня не будут слышать, где я. Потому что здесь, если тебя не видят, то тебя увидят. Если тебя не видят, то тебя унюхают. Если тебя не унюхают, тебя услышат. Если тебя не услышат, тебя где-то увидят. Какая разница, блядь? Тут, я же говорю, тут скрытность... Скрытность только тупо для галочки. Где что? Тупо для гребаной галочки. Чтобы было. Но она плохо работает, она не работает. Если бы здесь скрытность работала нормально, было бы намного проще проходить. А если бы еще она была бы не багованная, эта игрушка, ой, вообще кайф был бы. Так, что у нас тут? Никого нет, что ли? Почему? Что там? Бля, я думал, секретка. А что никого нет, подожди. Кто-то же должен ходить вот тут патрулировать. Кстати, подожди, ты чё, 9? Ха! Хай! Оу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это приколюха! Есть там еще твои дружки? Где твои дружки, блядь? Чё ты не подсвечиваешь? Так, стоп, а чё я тут это слышу? А куда мне идти? А чё ты тут один делал? Чувак. Ну, блин, у меня стрела огненная. Блин, как говорите, что там опять придется про... Летучие мыши. Прыгать. Не-не-не, телефон, подожди. Я знаю, что ты давно уже не звонил, но привилегии тебе пока таких не давали. Потом. Не... Что это я забрал? Это не щит? Щит! Это подождет. Все, Армагеддона никакого нет. Даже если Армагеддон будет, чуваки, мне вообще насрать. Что там, Армагеддон? Как сдохнем, так сдохнем. Все нормально. Как сдохнем, тогда и звоните. Пока все не это. Я не понял, сейчас мне куда идти. Где-то куда-то нужно что-то перепрыгнуть, да? Где-то вцепиться. Ну-ка, тихо там. Я с краю стою. Я просто не хочу свалиться. Или мне хотя бы... Подожди, вот это я не могу вот так? Могу. А вот это? Нихера себе. А, так тут так и надо. Окей, спасибо. Было бы просто классно с вот этой бронькой то, что я хожу бесшумно. Так, стоп. Я вообще, в принципе, не могу понять, мне вон туда надо, или может, ну и нахер. Чё я буду там лазить? Хи-хи-хи! Бля, вот это приколюха. Где второй? В смысле, у меня стрела потухла, что ли? Ой, извиняюсь, чувак, не попал. Иди сюда. В смысле, ты какашками опять своими бросаешься, сокотина? Хватит. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Вот это я понимаю. Стрела не загорится, тут ничего. Вот это я понимаю, нормально, сейчас вынес. Блин, еще идут.
Где? Мне так понравилось. В натуре стрела, блин, тухнет. Где он? Сука, не попал. Не больно даже? Да хватит там какашками бросаться, суки. Так и не лезь ко мне, я не буду тебя убивать. Иди сюда, сука. Нехуй выебаться было. Меч торчит, тесак. Так, они меня что-то побили, да? Давай буду хиляться потихоньку. А что мне за это будет? Ты, человек, открой клетку. А как? Разозлиться. А как? Я подожди, сейчас найду. Тут не вижу кнопки. Как открыть-то? Турок ты. Или кто ты? Нифига жрачки сколько. Что, нельзя? Иду, иду, давай, иди сюда. Не убивай меня. Нет, получай. Хе-хе. Бля. Хе-хе. Сука. Вообще красота. Подожди, 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 подожди. Подожди, у меня что, вот это что ли? А в смысле, там же еда. Вы не можете, в смысле, у меня же 20. А как я 21 тогда взял? Как тебя освободить-то, чувак? Так, какая-то цепь. На дубе том. Сейчас на... О, нашел. И чё ты... И чё? Глупые гоблины. Урок из крошитых бородавчатые морды. Да. И чё ты? Ты на меня не будешь агриться? Ты сейчас сгоришь нахер. Иди разбирайся вон. Ты чё, в рукопашку будешь? Дебил, вон же меч торчит. Вот это разобрался называется. Ну ты, чувак, короче, вообще никчемная скотина. Чувак, ты одноразовый, серьезно? Почему, короче? Почему? Почему против... Даже против ебаного гоблина ты, сука, одноразовый. Но когда я тебя, сука, бью, тебя вообще насрать. На, блядь. Какого черта, чувак? О, исчез. Какого хрена? Тут есть что у тебя? Нет ничего. Тесак лежал, а он, блядь, в рукопашку попиздил. Не, ну это вообще тупняк. Какого хрена против... Когда я его бью, мне его нужно ударить миллион раз. Когда гоблин какой-то сраный с маленькой палицей этой долбанной, которая весит 20 грамм, он не может даже, блин... Я, короче, в шоке. Опа. Ау! Серьезно? Где ты? Я нашел секретку, мне похер на тебя вообще, слышь. Ой. Я, кажется, закрылся. Ой, ага, чё ой, блядь. Не ожидал, что ли, блядь? Сволочугинск. Вот и нехер на меня выебаться. Так, а подожди, там что было еще? Манна? Блин, грёбаная мана, нахер она вообще нужна? Всю игру играю без маны. Так, мне бы сейчас бы не запутаться как-то. Куда я, где я была и где я не было. Ты можешь бегать так? Блин, из-за этого огня нихера не вижу. Вот так будет получше, наверное. В смысле, это назад? А чё не убил-то?
Как он меня сейчас ударил, мне интересно. Через дверь, что ли? Ладно. Блин, да сколько вас здесь? Ты живой? Херли, ты живой. Эй. Так, хорошо, тут есть это. О, опять то же самое. Спасибо, чуваки, я как-то это... Опять тот же щит выпал, да? Вопрос. А чё он... не понял. А чё он отдельным сейчас предметом? Все до этого предметы падали, типа, это. Ну, типа, в одну, если я беру, например, кинжалы, они тут сюда же и падают, а это что-то отдельно. Чё, в чём? Я доставщик. Я доставщик, отвали. Вот это сейчас красиво было, походу. А чё меня второй раз ударило, можно вопрос? Чё меня второй раз-то ударило? Я, короче, он меня ударил, я пробежал, уже отбежал от него, но меня что-то еще ударило. Только я не понял, что. Окей. Ящик вот этот классно сработал, вообще просто шикарно. Я не могу, блядь. Ну, игрушка багованная очень сильно. Еще что ли? Да хватит! Сожру вас тут все, суки. Где ты там? А ты мерзкий гоблин, в чем проблема? Да ёпта. Короче, жрать нужно побольше. Фуф, так, спокойно. Я зашел оттуда, я как-то прошел вот сюда, кажется, да? Или что? Это тут ловушка была, хорошо, отлично. Лу-стрелы мне, конечно же, нужны. Я вот тут был, ага, правильно, все. Тут что? Тут, короче, куда-то можно пройти. Что такое? Хорошо, ничего. Пока нет. А чё она активна это? Иди нахер отсюда. Может быть, она нужна была для чего-то? Короче, мне надо вон туда как-то попасть или что? Ладно, я же думаю, здесь где-то проход есть. Динамитом-то взрывать не... Да хватит! Я-то понимаю, зомби, но блин, пацаны! Вы же эти... Да пошел ты. Не больно тебе. Хватит появляться, алло. Или сколько у вас здесь, миллиард? Так, ищем. Что ищем? Не знаю, что-то ищем. Опять? Ты бесконечный, что ли, чувак? Ты один, я так понимаю, но ты бесконечный. Что человека, где ты? Ну и где ты? Иди сюда. Кажется, не я буду. Окей, не вижу нихера. Водичка. Зачем водичка? Так, пацаны, вы все уже успокоились или нет? Долго вы будете тут, короче, мне выебываться? Так, а подожди, я что-то тут такое вроде как новое поднял, или нет? Сталь теней? Вот что-то новенькое, походу, нет? Чёные ребрышки. А, да, но туриной, скрытность 3, 6 к урону 3. И все? У меня тут 4, 8 к урону к магии молнии. А, это 8, против нежити 18. Тут, короче, у меня тут получается 12 урона, а тут всего-навсего это 6. Сталь теней. Ну, пускай, ладно, валяется. Чё там, кто там это, слышь? А что вот это за штука? Да, магия-то мне точно не нужна. Хорошо. Поднялся. Не, стоп. Какой-то то ли эликсир был. То ли чё. Или мне показалось. Да нет, вроде нового ничего нету. У меня, кстати, осталось 3 всего этих. Может быть, пробовать этими пользоваться? Магией, что ли? Свитками хотя бы? Или свитки оставить напоследок? Я не знаю, вот что делать. Что действительно делать? Или действительно ничего не делать? Так, там ничего, тут чего? Рыбки.
А я смогу вылезти потом? Если сделать, например, вот так. Я сохранюсь. Я включу магию, я прыгну. Да прыгну, говорю. Ничего нет. Ну, здесь можно выбраться, как бы. Только зачем этот проплыв, мне вот интересно. Здесь что-то есть ценное или что? А зачем этот проплыв в натуре? Кроме как на рыбок посмотреть. Абсолютно бесполезная вещь. Ладно. Идем тогда дальше. Вот этот, я думал, со мной будет ходить, типа мне помогать. А он, короче, сдох от одного удара. Вообще гоблиша. Просто пинок маленький прилетел, и все, и он сдох. Чего ты меня не пускаешь? Это что? А. Подожди, мне что? Верю. А, мне вот по этой штуке надо лезть. Полезно. Куда это? Только не говорите, что здесь пауки. Выход, выход, не стой! Там же еще выше можно было, а? Может, мне не нужно сюда? Или нужно? Я не знаю. А как вернуться? Ага, вот так. Хорошо, спасибо. Да, ну гоблинов хотя бы научился бить немножко. Но, блин, все равно здесь очень сильно много рандома. Так, подожди, как мне, чтобы не выйти? Вот сюда. Сильно много рандома, поэтому все равно сложно. Я хочу еще выше. А выше нахер не надо, да? Потому что мне больше не за что там будет вцепиться. Веревок-то больше не, нельзя будет сделать. Ты дурблюшин, что ли, дебилошин? Почему ты сейчас не перепрыгнул? Почему он вот этот, вот это, смотри, тут переступить, блядь, можно? Да стой ты нормально, дурень. Тихосин, блядь! Какого... Какая новая, ты чё? Какого черта он сейчас съехал? Ой, блин, подожди, я не там загрузился, да? Да, я не там загрузился. Подожди, нужна предыдущую, вот эту, да? Хотя не, подожди, вот эту даже вообще. Потому что оно сохраняет после каждого выхода, я так понимаю, да? А я вот тут, когда на эту поднимался, там что-то было. Поэтому нужно полезть чуть повыше. И посмотреть, там что-то лежало. Но я не думаю, что там что-то новое лежало. Я думаю, там все как всегда старое. Так, тут ничего. Где-то было... Вон там. Манна. А вот за что я вам и говорил. За вот такие вот приколы, когда ты, блядь, танцуешь на вот этих гребаных зельях, и тебя они еще и бьют вдобавок. Вот тебе и все дела. Вот тебе и косячки. Но я хочу еще не все. Это еще не все, пацаны. Я хочу на балку стать. Я хочу пожонглировать. В смысле, не с собой. Ты, сука, долбоеба, ты кусочек, блядь. Он здесь такой тормоз, просто жесть. Какого ты черта сейчас не перепрыгнул, блядь? Тебе балка это не мешала, теперь стала мешать? Хотя нахрена мне туда? А вон там чё? Чё за поезд? Блин, чё он не запрыгивает, когда нужно? А когда нужно, блядь, не нужно, перепрыгивает. Короче, ладно, это бесполезная затея, я так понимаю. Там, в принципе, лезть туда нехер. Ладно.
Полезем туда, куда нужно. Хотя можно было... Ну ладно. Загрузиться-то можно было уже сразу там. Зелье мне не надо. Жизни тратить мне от зелья не надо. Поэтому пойдем дальше. Потому что здесь даже... Я же говорю, здесь может абсолютно все тебя убить. Ты можешь идти наступить на круглый камень, он может тебя убить. Ты можешь идти... вот видите, как, например, только что, вот прям пример был классный. Я стою на этих гребаных бутылках, и они меня бьют. Они меня бьют, они мне урон наносят. И нехеровый урон наносят. Кто то-то? Никого? Не обвалишься? Где? Не вижу, где? Где? Что мне тут делать? Балка, где? Как мне вцепиться-то? За что цепляться? Это же камень. Там где-нибудь есть деревянная балка? Я, например, просто не вижу. Может, вот это? Нет. Может, вот это? Нет. Может, за дерево? Нет. А что тогда? Блять. А туда, что ли, прыгать? Чё-то не очень охота. Все такие, с такими прыжками, как здесь. Там только, блять, прыгать! Я же говорил. А что делать? Чё я сюда пришел-то? Тут же ничего нет. А, вниз. Окей. Чё мигает так сильно? Чё мне сейчас моросит тут? Если там бутылки, они меня убьют. Да, тут бутылка. Там акулы? Это акулы? А, это камни. Ну, почти одно и то же. Почему бы и нет? Блин, тут же нельзя включить, короче, этот. Инвентор. Инвентор нельзя включить, когда плаваешь. Соберу бутылку, потому что, ну, я же тупо тратил. Так, куда ты не закрывай? Все верно. Их, что их оставлять-то? Если ты тупо тратил, эту нужно забрать. Что она будет лежать? Гоблин? Почему не загорается? Так неинтересно. Как орк? Я не как орк, я как человек. Как орк. Он в меня, кстати, попал. Он в меня почему-то попал. Ну ладно. Это лопата. Сейчас будем копать. Ладно, идем, короче, дальше. Вот это, блин, если бы кольцо найти хорошее, к урону было бы. А то можно, так сказать, и... Вау! Вот это кольцо можно регенерации не снимать. По Logitech. Ну, по логике, в смысле. Манна греется. Кто греет ману? Ех ты, блядь! What the fuck? Убегите? В смысле убегите? Не-н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 е
What the fuck? В смысле беги? Ты сказали, а куда бежать? Да дальше. Там спрятаться-то негде. Там прятаться-то негде, алё. Вот это жесть! Я такого не ждал. Там еще лагает, как жопа динозавра. Когда вот это все происходит действо. А чё, как в смысле? Быстрее! Бегу. Вот бегу и чё? Дальше куда? Найди место, где спрятаться. А-а. Опа, лятик, ватики, ватя, ватя. Я тут спрятался, вот, смотри. Все, спрятался. Тебя съели. Чё, я спрятался, чё, в чём проблема?
Тебя ящиком ебануть? О, блядь! Привет! А можно его убить или нет? Походу нет. Ну да, походу ему насрать. Ладно. Тогда и он как-то не так должен умирать. Бутылка! Чё не берется-то? Ты чё? Твоя! Сейчас, блин, опять будет! Надо сохраниться. Ёб твою мать! Сука! Куда? Направо. Направо, правильно? На, отстань! На, отстань! Он меня травит, падла. Тихо, надо противоеднуться. Чего, блядь? В смысле он меня с одного удара-то убил? А чё, как, что делать? Куда бежать-то? Там, короче, есть эта штука, что скидывать. Так, а... Блядь, ты серьезно сейчас уже сразу здесь? Я не успею, блядь! Здесь чекпоинт, прикинь, я не успеваю. Ха-ха, вот это будет прикольно. Так, подожди, бежим направо. Тут есть, короче, противоядие и есть куши. На. А куда, блядь? Куда бежать-то? Ай. Пацан, отстань. Вот сюда. Да в смысле? Почему он меня достает? Чё за приколы? Так нечестно. Блин, это вообще нереально. Отвечаю. Отвечаю, он очень сильно больно кусается. Привет. Не кусайся. Да он... Блядь, и чё, как от него убежать? У меня даже энергии не хватает. Я даже не могу, в принципе, от него убежать. Он же меня все равно укусит. В любом случае. Может, не бежать направо? Да выкинь ты этот кувшин-то, ёпта! Как-то еще даже интересно, знаете что? Я сначала умираю, потом происходит звук, что он меня кусает. Ладно, побежали сюда. Вообще насрать. Я мне пофиг вообще. Так, хорошо. Я тут. Отдыхаем. Чё там тебе? В смысле? В смысле, блядь? Чё за прикол? Так, сохранились. Побежали. Не, я вообще... Это нормально вообще-то, да? Как его пробежать-то? А как его пробежать-то? Если он в любом случае тебя ударит. То есть я не могу остановиться там, например. Или что-то там почесать яйца. Вот, он в любом случае меня ударит. Потому что у него-то... Он огромный, я маленький. Ему-то проще в меня попасть, чем мне от него убежать. А чё, подожди, а как это сделать-то? Может, как-то его отвлечь? А чем его отвлечь-то? Его отвлечь там нечем. Сейчас подожгу тебя, сука. Да ему насрать. А что делать-то? Подожди. Просто не понимаю, что делать.
Сука! Там решетка была. Сука, я же не знаю, куда бежать-то, блядь. Наугад тупо. Нужно как-то выйти из пещеры, чтобы он начал газ пускать. И пробежать. О, блядь! Блять, хуёво. Да он же подожди, он же промахнулся. Он же сначала ударил, звук прошел, что он, типа, ударил, я бегу, а потом я умираю через секунду. Ну, сука ты, падла, куда бежать-то? А, в воздухе снял, красава, блять. Да это вообще нереальная миссия, ты чё, это, блять, чем хуже, чем с орками драться. Или с магами, я не знаю. Как он меня ударил сейчас? Не сюда? Привет. Не сюда, да? Да, это не, это не, не-не-не, это я вообще... Тут надо то ли за один раз бежать, то ли я хер его знает, как это сделать. А, это вообще жесть. Так, а что ты меня, что меня бьет сейчас? Беги, блядь. Тихо. Я жив? Ой. Ты какой падла. Ага, серьезно? Ха-ха, вон туда? Ты сейчас прикалываешься, да, игра? Я не успею это сделать. Так, подожди. А если я сохранюсь? Там что-то есть? Он же сверху бьет, делает удар, он же вверху делает удар, какого? Сука, как это тупо. Какого хрена он меня сейчас ударил? Как он меня убил-то? Вот смотри. А, я даже не могу и воздухом подышать, хорошо. Я понял, то есть даже воздух сносит меня нахрен. Так, а подожди, как я успею это с веревки, вы мне сейчас объясните. Как я с веревки-то успею? Отравил? Где я? Where the fuck am I? Ёб твою мать. Чё? Нахер. Фуф, вот это было жестко. Он еще жив. Ну блин, его надо как-то завалить, потому что он меня будет преследовать всю игру, походу. Чё за существа-то такие? Я не понял. Это вы как так-то? Здесь очутились. Безмозглые твари. Только и думают, что о еде. Ну так, а о чем еще? Мы знаем, что есть и другие способы развлечься. Не вижу. Где ты? Сдох, спасибо. Я стоял в тени, смотри. У меня три полоски. Чем больше сказали заполнить, тем я невидимей. Но один хер меня увидели. Так, я не хочу туда спрыгивать. Если чё. Там где-то эти какашки летают. Я не знаю, я не хочу с ними связываться сильно. Потому что их проще в узком коридоре бить намного, чем вот в таких. Ага. Сука, вон ты где, да? Куда ты улетел? Гриб. Алле-ля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 
Хорош. Еще один. Не, ну кинжалы, конечно, выносят жестко. Кинжалы, кинжалы, вот кинжалы, прям кинжалы. Все? Ладно, давайте на этом остановимся вот здесь. Прям возле светильника. Ой, хороший, все нормально вроде пока прошло. Ну это, вот это червь, это просто жесть, конечно, какая-то была. Ладно, всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Dark Messiah. Пойдем вниз. Потом, короче, как-то. Все, всем пока.